Мост в районе ДСК в этом году перекрываться не будет. Об этом заявил заместитель акима города Мухтар Адамбеков. Хотя в данный момент ремонт уже начался, движение по этому путепроводу не будет прекращаться в течение всех 3 недель, за которые подрядчик ТОО «Матан» гарантирует закончить укрепительные работы. Подробнее у нашего корреспондента. Сейчас будет отремонтирована вот эта подпорная стенка, значит, потом будут отремонтированы все деформационные швы в местах стыковки плит. Вот. И как раз таки вот провал и насыпь вот этого, вот этой заездной, которая боковая, тоже будет отремонтирована. В нынешнем году местные власти выделили средства на обследование 10 путепроводов в черте города. Специально созданная комиссия решила, что в первую очередь в ремонте нуждается мост в районе ДСК. Что, впрочем, не мудрено, ведь ему без малого 40 лет. Хотя в целом мост в удовлетворительном состоянии, во всяком случае все бетонные конструкции в порядке, подпорную боковую стенку со стороны выезда из города необходимо усиливать. На настоящий момент, вот как вы видите, работы уже начаты. То есть вот изначально сначала сделали объездную дорогу для удобства жителей, чтобы, в общем-то, им была возможность проезда. И вот в настоящий момент начаты работы. Здесь, значит, будут вбиты сваи по всей длине вот этой подпорной стенки, которая отошла. Потом она будет каскадом заливаться бетоном. Вот. И, в общем-то, до следующей весны этот мост простоит нормально, будет нормально эксплуатироваться. А вот уже следующей весной по настоянию специалистов-мостовиков потребуется капитальный ремонт. И на все это время мост будет закрыт. И хотя это не просто мост, а основной выезд на города-спутники Сарань, Шахан и Абай, проблем с проездом не будет. По поручению акима города Бауржана Абдишева в течение 2-3 недель руководство дорожной полиции предоставит несколько вариантов объездной дороги на все время ремонта. Андрей Кузнецов, Бауржан Алипов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.